каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Накануне в Национальном театре Тулы подвели итоги прошлого года на ежегодной молодежной премии главы, в рамках которой состоялось торжественное закрытие года добровольца. На торжественном вечере подведения итогов собрались все приглашенные молодые люди республики до 35 лет. Они представили важнейшие успешные проекты в сфере молодежной политики – по добровольчеству, социальным проектам, по молодежному предпринимательству, по проектам с любовью от УВЕ, а также в сфере гражданских инициатив. Большое спасибо вам за тот труд, за то добровольчество, которое вы проделали в 2018 году. И именно от имени власти, парламента, правительства нам хотелось бы просто доброе спасибо вам сказать. Среди участников конкурса «Инициатива года» такие проекты, как военно-патриотический клуб в городе Чадан, центр молодежных инициатив «Улей» Байтайгинского района, «Моя Тува, будь здорова», адаптивную физическую культуру в школы, театр костюма «Онкум» Улукхемского района, а также молодые звезды эстрады и многие другие. Успехов нашим волонтерам и белой дороги! Году человека труда! В Новосибирске сегодня стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Сибирскому федеральному округу. С 18 по 21 января в Новосибирске пройдет региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019. В первый день конкурсантам предстояло повторное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов. Торжественная церемония открытия состоится завтра. В ней примут участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Омской области Александр Бурков и другие. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней – 19 и 20 января. Результаты станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную работу конкурсантов. На полуфинал приглашены более 320 человек. Из них Новосибирскую область представляют 95 участников, Красноярский край 52, Томскую область 44, Иркутскую область 36, Омскую область 34, Кемеровскую область 29, Алтайский край 26, Хакасию 7, Туву 2, Республику Алтай 1. Сегодня в полночь начнутся крещенские купания в традиционном месте проведения – в Авелинском затоне. Для обеспечения безопасности людей в местах купания будет организовано круглосуточное дежурство спасателей, инспекторов центра ГИМС, нарядов полиции и бригады медиков. Для обогрева людей установлены 4 палатки, в которых подача горячего чая посетителям будет обеспечена МУП-школьник. Пассажиры перевозки до места обряда будут выполнять 5 автобусов предприятия «Кызылгортранс». 3 единицы транспорта будут осуществлять перевоз пассажиров от остановки «Дом ветеранов» до Купели и 2 от микрорайона «Южный». Транспорт будет функционировать до 5 часов 20 минут 19 января. Стоимость проезда – 15 рублей. Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в Минпромторг предложение о запрете всевозможных маркетинговых уловок, цель которых – завуалировать увеличение цен на продукты питания. По словам парламентария, сейчас зачастую молочные продукты продаются в таре по 900 мл, а яйца – по 9 штук. При этом стоят они столько же, сколько и за литр, и за десяток. Аналогичные приемы используются при продаже круп, сахара, масла и других продуктов питания в маломерных упаковках, визуально неотличимых от привычных для потребителей стандартов. Депутат предлагает установить четкую градацию расфасованных товаров. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 44 копейки, евро 75 рублей 63 копейки. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. В
В 2018 году в Кызыле зарегистрировано 900 краж сотовых телефонов. В современном мире мобильный телефон – это привязанные счета к аппаратам сотовой связи. В большинстве случаев банковские карты не требуют ввода пароля при бесконтактном способе платежа, что также упрощает хищение денежных средств с их счетов. Поэтому риск оказаться жертвой кражи денежных средств с банковского счета у граждан увеличивается в разы. В связи с кражами мобильных телефонов у злоумышленников появилась возможность хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Современные карты оснащены бесконтактными способами осуществления платежей. Введение пин-кода в таких случаях не обязательно. Платежи можно осуществлять с помощью специальных опций, заданных в мобильных телефонах. В случае потери или кражи телефонов, банковских карт, необходимо незамедлительно принять меры по их блокировке, обратившись к оператору сотовой связи и банковскую организацию, так как для хищения денежных средств достаточно воспользоваться СМС-запросом с потерянного или похищенного телефона. Одним из наиболее распространенных видов мошенничества является кража данных карт при расчете. Мошенниками могут оказаться представители сферы торговли и услуг. Принимая для расчета карту, они могут сфотографировать, переписать или запомнить ее данные, чтобы потом рассчитаться ею в интернете. Поэтому, передавая карту другим людям, не упускайте ее из виду. Вводите пин-код так, чтобы он не был виден посторонним. По возможности нигде не записывайте пин-код, ни в коем случае не храните его в кошельке или вместе с картой. Обращайте внимание на подозрительное поведение тех, кому вы передаете карту для расчета, отмечают сотрудники Национального банка. С помощью услуги «Мобильный банк» можно, конечно, очень удобно дистанционно управлять своим банковским счетом. Однако же при управлении дистанционным банковским счетом возникают определенные опасности по действию каких-либо злоумышленников в отношении ваших денег. Для того, чтобы вам безопасно пользоваться услугой «Мобильный банк», надо соблюдать несколько простых правил. Ну, для примера, когда вы меняете, например, свой номер телефона, вы непременно должны свой старый номер телефона отключить от услуги на «Мобильный банк». В случае, если с банковской карты без согласия ее держателя были списаны деньги, следует незамедлительно позвонить в банк, сообщить о мошеннической операции и заблокировать карту. И, конечно же, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении. После получения заявления клиента банк проводит служебное расследование, по результатам которого принимает решение о возмещении ущерба. В краеведческом отделе библиотеки имени Чуковского открыта выставка, посвященная Новому году по лунному календарю «Шага». Представлено 32 книги на тувинском и русском языках. Среди них научные труды об истории становления праздника и научно-популярные издания, рассказывающие о традициях встречи Белого месяца. Кроме того, на выставке можно узнать о народных играх, которые устраиваются во время празднования. Есть отдельное издание об игре в кожи-кости и книга «Тыва Оюнар». Для тех, кто хочет блеснуть своим умом и талантом, множество сборников тувинских скороговорок и загадок. Соревнования по скороговоркам являются традиционными в дни шага. Отгадывание загадок развивает образное мышление и смекалку, поэтому этот вид устного народного творчества является одним из самых важных в деле воспитания детей. Книги с загадками также можно найти в краеведческом отделе библиотеки. В связи с предстоящим крещенским купанием Минздрав региона напоминает правила купания в проруби на крещение. Обязательно окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Ну а к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
В Национальном музее Тувы состоялся круглый стол главного штаба редакционной коллегии составителей по изданию словника Уренхайско-Тувинской энциклопедии. Первоначальным этапом на пути к изданию такой фундаментальной работы, как энциклопедия, является выпуск ее краткой версии в виде словника. В него войдут 12 тысяч заглавных слов, раскрывающих природу и культуру республики, ее население, экономику и народное хозяйство, государственное и общественное устройство, философию и религию. Словник издадут уже в марте этого года. Примечательно, что проект Тувинской республиканской общественной организации «Мир тувинцев» по изданию трехтомника Уренхайско-Тувинской энциклопедии был поддержан Фондом президентских грантов России. Первый том энциклопедии выйдет в начале 2020 года, второй в начале 2021 года, а третий к июню 2021 года. Пришли морозы, за окном минус 40, значит, самое время сменить пуховик на что-то более теплое. И, пожалуй, самый проверенный временем способ утеплиться и при этом выглядеть элегантно – покупка теплой шубки из натурального меха. А найти такой идеальный зимний подарок можно на выставке меховых изделий компании «Белка». По словам представителей выставки, в новом году ценники на зимние одеяния порадуют козелчанок. Стильные шубки «Автоледи», модные и практичные шубы-трансформеры. На выставке также можно найти шубки из комбинированного меха, например, куницы и норки, фасона «Летучая мышь». Для изысканных покупателей есть особенные изделия из европейского меха. Шубы из такого меха в коллекциях – большая редкость. Так же, как изделия из норки-крестовки. Из-за необычного рисунка и сложности его получения шубы из крестовки называют царскими. Кроме норки, на выставке можно приобрести легкие, но теплые шубы из астрагана, а также качественные мутоновые шубки с меховой отделкой из лисы или норки. Все цены от производителя, никаких накруток. Любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. Красивая и теплая шуба теперь доступна каждой. Выставка продлится с 15 по 19 января в торговом центре ЦУМ по улице Тувинских Добровольцев, 22. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима? Тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 30, минус 32 градуса. Днем минус 22, минус 24 градуса. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам.